Девушка, вы обронили? Ой, правда. Юра, очень приятно. Лиза. Слушайте, одну секунду. Блин, надо бежать, извините. Найти тебя было непросто. Но как? Сейчас это уже не так важно. Я так долго ждал тебя, наш сын. Юрий! Лиза! Какая неожиданная встреча! Вау! Ну, а, дорогенькая. Че, смотрю, с этой стороны. Блин, да достал ты, блин. Да что ты напрягся-то, красный уже, как бадлом. Смотри. Блин, да достал ты, блин, уже. Ну, здравствуй. Че, смотрю, усыпаешь на отрастил, как у мужчин стало. Может, тебе шпагу свою показать? А че ты покраснел весь? Слушай, да у меня аллергия на таких идиотов, как ты. Ты не знаешь, цирк уехал или еще в городе, а то ты сам в клоунском прикиде таком. Лиса, башка, дай пирожка. Че? Кишечник через плечо, пошли. О, Юр, привет. А что ты здесь делаешь? Тебе же в женский. Да стоп, блин. Стал в последнее время. Да не говори. Идет, выкидывай, выкидывай. Здравствуй, сынок. Привет. Ты что, курил, что ли? Да не, ты что? Нет, он не курил. И куда это ты вырядилась? Да мы с отцом в ресторан идем. Вы бы с отцом уж вы в порядок наводили. Как же он достал. Я все слышал. Юра, дай-ка сюда. Давай. Неплохо, неплохо, но можешь и лучше. Хватит позорить, ты хлебаешь на весь ресторан. Вкусно просто. Я не могу. Я тут кое-что нашел у тебя. Это не мое, это не мое. Успокойся. Если тебе нужен какой-то совет, просто спроси у меня. Лиза, здрасте, приехали. Ну-ка быстро спать, завтра на работу не встанете. Все, давайте спите. Княгиня Бранденбургская. Милейшая Елизавета, не изволите ли отужинать в ресторации? Такой позор лишь смерть искупит. Привет. Ты такая же, как на фотках. Сейчас это редкость. Что, может, приестик? У меня есть предложение получше. Вообще-то я немного голодна. Так, стоп. Было, конечно, очень вкусно, но не пора домой. Ты клёвый. Хоть бы сушену оставил. Блин, ну ты чего такое-то? Ну сколько можно, блин? Я повторяю тебе, не надо здесь ничего трогать. Чистая машина, чистая. Ты с ума сошла, что ли, простые батарейки брать? Вот отличные перезаряжаемые аккумуляторы от GP. Они перезаряжаются 500 раз. 500! Ладно, давай возьмем их. Господи, ну что за хрень? Ты что творишь-то, а? Когда будет уже готово? Мы хотим кушать. Яичница по-флорентийски. А
Так, ну как так? Откуда фурга забилась? Ну сейчас будет четвертый. Темнота, друг молодежи. Папа, что за бред? Я знаю, что я папа. Стал уже реально. Пап, можно вопрос? Откуда берутся дети? Смотри. Вон какой, господи. Какие люди. Здоровенько. Спиногрызы твои как выросли? Сколько лет? 7-15. Вообще-то 18. Вообще-то 11. Молодец! Поумничай тут мне. Если тебе кто-то будет предлагать сигареты, отказывайся. Тебе это не нужно. Где Ася? Подожди секунду. Нет, подожди. Где а Ася? Девочка? Ой, а где Ася? Внимание! В торговом комплексе Найк. Юра, быстро, подъем, скидки. С ума сошла, что ли? Что случилось? Сегодня черная пятница, все разберут. Быстро, поехали! О, господи. Блин, вот это жесть. Больной, что ли? Доля, как ты с бабулей познакомился? Я давно был на нее подписан. Ставил ей лайки, комменты писал. А что бабуля? А ей было пофигу. Она была в топе. Смотри. Смотри. О. А что дальше было? А потом мы с твоей бабусей замутили. Девушка, а у вас родители случайно не ратушки? Нет. Тогда откуда у них такая жемчужинка? И что, так же или не ругались? Бес меня попутал один раз другой бабе лайк поставить. Фу, скандал бы. Жесть, как ты так мог? Пришлось 100 тысяч ботов подарить. Они правда живые? Ну, конечно. Говорил, что живые подписчики. Ой, живые, я не живые. Ладно, ладно. В общем, дарю тебе внученька. Покажешь своим внучатам. Вау, крутяк, спасибо. Блин, я же просила не рассказывать. Да, братан. Ну чё, как жизнь молодая? Да порядок. Ну что, ты потоптал эту курочку? Хороша чертовка. Ну давай, рассказывай, интересно же. Чисто бред, блин. Спай! Да ты просто попробуй! Мам, да я на диете, отстань! Да там сахара ложечка! Ладно. Точно хурма не вяжет? Как так можно говорить? Это сочный, вкусный, сладкий. Зачем ты так обижаешь меня? 15 микроукольчиков сюда, сюда, сюда и сюда. И никаких следов не будет. Вы знаете, какой у меня стаж? Сука. Я готов работать в этой компании и поднимать ее на новый уровень. Да, Юрий, на самом деле впечатляет. Ну что, в ближайшее время вам перезвоним? Блин, ты такая красивая, у тебя, наверное, была целая куча парней. Вообще-то двое. Что? И ты второй.